Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Се Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жанно Самаюктам Бинда Банам Манухарам Банча Калпатару Вашчаки Пасинду Бевача Адитананг Пабуни Бхавайшнави Бхё Наму Нама Муканкароти Бачаланг Пангунланг Хайтигирим Джатки Патамаханг Ванди Парама Ананду Мадавам Биндавай Тулсиде Байпиявай Кешва Сача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Наму Нама Нараяна Намаскритва Нарам Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Санкитане Кришна Катхупадеша Гаурия Патрасья Пракаса Нича Саданурагта Гуру Бхакти Джукта Бхакти Прамадакша Джагодварана Дхейям Сада Парибхавагнам Абиштадохам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панатопал Бхавадипотам Банде Махапурушате Чаруна Арвиндам Ят Пада Паллава Накачанда Маничатая Биспуриджита Камапика Павадуши Вадарши Пурнанурагра Сосагра Сарумурти Сарадика Майкада Кипам Си Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодату Шанкиртанай Капитару Камала Йотакшу Вишам Бару Дижабару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джоша Бадане Лакшми Джоша Чавакшаши Дьясьястхиде Самбит Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Naham ijya prajapatibhyam tapaso apasami upasami nama. Naham ijya prajatibhyam tapaso upasami nama. Tusyam sarvabhutatma guru susya sayajatha. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru told that. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что вы пообещали мне, что вы будете совершать харибаджаны, поэтому я дал вам харинам и все остальное. Сейчас вы хотите обмануть меня, что это? Гауди Гоштибати, Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур. Парамхамса Джагадгуру сказал, что вы уже пообещали мне, что будете совершать баджан, и поэтому я дал вам харинам и все остальное. Но сейчас вы хотите обмануть меня, не совершаете баджан, почему? Шишила Прабхупад сказал, если весь мир будет выступать против вас, и те, кто заявляют, что они мои ученики, один за одним, если они оставят меня, и все же я не прекращаю говорить об этой абсолютной истине, находясь под лотосоподобными стопами Гурупадпадмы, которые подобны зонту, я буду продолжать говорить об абсолютной истине. И те, кто приняли прибежище у Гауди Матха с какими-то корыстными лицемерными мотивами, нельзя сказать, что они по-настоящему приняли прибежище у Гауди Матха из-за того, чтобы злоупотреблять этим божественным знанием, которое есть в Гауди Матхе, они пришли, и после этого хотят вот злоупотреблять этим божественным знанием, этой возможностью принятия прибежища у Гауди Матха. И вот они пытаются как-то злоупотреблять этим божественным знанием, и как они это делают. И это мы должны понять. И вот мы злоупотреблять божественным знанием очень просто. Можно взять, ну, кто-то вот злоупотребляет репутацией Гуру Вайшнава, представляет, что он ученик такого-то великого гуру Гауди Матха. И таким образом втирается в доверие людей, собирает какую-то дешевую славу и почести. Это очень легко. Или собирает деньги под именем Гауди Матха. Такие вещи очень просты внешне. Поэтому много людей пытаются всячески злоупотреблять дикшей, полученные в Гауди Матхе, и даже у Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Прабхупад говорит, обычная дикша. И обычная дикша, и, ну, имеется в виду настоящая дикша, и так называемая дикша, формальная. Это две большие разницы. Обрести Дивьягьяну — это нечто другое. И вот обрести Дивьягьяну, это зовется дикша. И те, кто не развивают божественные знания, те, кто получает так называемую дикшу, не настоящую, они не могут обрести право совершать Бхагаватсеву. И что они могут обрести? Они могут обрести только какое-то сукрити. В
настоящем смысле они не могут обрести право совершать Бхагаватса, вот только могут обрести какое-то сукрити. Много раз Шрила Прабхупада говорил, Гуру Вайшнава оставляет за собой право наказать кого-то или даровать свою милость. Иногда могут пролить любовь, показать любовь, то есть показать такое чувство или наказать вас. И, конечно, когда Гуру Вайшнава наказывает вас, это тоже милость в каком-то смысле, но так или иначе, Бхагаван Шри Кришна говорит, то, что те, кто хотят обрести божественное знание от Гуру Падмы, их природа, их поведение, характер, все имеет какую-то особенность. Бхагаван Шри Кришна говорит в Шримад Бхагават Махапуране, какого гуру вы можете принять, кого можно принять как гуру, и кто может принять полное настоящее прибежище у Гуру Падмы, кто может стать настоящим учеником. Вот Бхагаван Шри Кришна говорит об этом. Из Чайтанья Чайтамриты мы знаем случай. Ишвар Пурипада. Он получил дикшу от Мадхавендра Пури. И в то же самое время Рамачандра Пури и настоящей дикши, но настоящей дикши не было. Ишвар Пурипад, его дикша была настоящая. И вот перед тем, как оставить тело, Мадхавендра Пурипад, он благословил его полностью. И вот здесь говорится, Мадхавендра Пурипад благословил его полностью. И по полной милости Гуру Падмы он развил все качества, которые были у его гуру. И вот он обрел такое же чувство сердца, те же самые качества, которые были у его Гурудева, то же самое знание Сидданты. В то время как Рамачандра Пури был, он отвергнут, был Гуру Падмой. Когда Гуру Падма отверг своего ученика, то его состояние очень плачевно. Лучше не принимать дикшу в таком случае, если кто-то после принятия дикши совершает оскорбление, что Гурудев становится очень недоволен, то состояние ученика очень плачевно получается. И поэтому в Гурваштаке можно найти Вишвана Чакраварти пишет такие слова. Если вы обрели милость Гуру Падмы, будьте уверены, вы обретете милость Бхагавана. Если вы обрели милость Гуру Падмы, то это милость Бхагавана. И вот Вишвана Чакраварти Пад предупреждает нас. Если Гуру Падма недоволен вами из-за вашего поведения, то в этом случае вы не можете получить нигде места во всех 14 мирах.
не будет места для вас, имеется в виду, никто не будет рад вам. Вот Нагатоку Топи, значит, все будете отвергаемы всюду. Такое плачевное состояние. И вот Рамачандапури, он был в таком плачевном состоянии, поскольку он выразил свое пренебрежение, хотел, дал наставление Гурудеву. But that foolish disciple going to advise Guru Padma, you are Brahma, why you are crying? You should feel. Но вот этот глупый ученик сказал, что вы должны почувствовать, что вы Брахма, зачем вы плачете? И вот когда он дал такой совет Гурудеву, и вот он таким образом доказал, что он майявади, поскольку тот, кто находится на пути преданности, он не может такое сказать, даже подумать. И тогда, когда Гаупад Падма сказал, что уходи отсюда прочь. Если вижу твое лицо, я не смогу оставить свое тело. Иди куда хочешь. И после этого положение Рамачандапури стало очень плачевно, и вот он пал, и он начал находить недостатки даже не только в вайшнавах, но даже в Паракилешваре, Бхагаване, Шри Кришна Чайтанья. Он начал находить недостатки, и это результат, когда Гурупад Падма игнорирует вас. И тогда он, ну вот Махарадж сказал выше. И вот он сам заставлял преданных есть как можно больше просады, а потом критиковал их за то, что они ели, что они как в отреченном укладе жизни столько едят. И вот тут однажды вокруг Махапрабху муравьи ползали, они везде ползают. И вот этот человек начал говорить, что этот саньяси Махапрабху настолько жаден, что он наверняка ночью ел сладости, поэтому вокруг муравьи тут бегают. И вот из читания лилы я еще хочу рассказать случай, чтобы понять, насколько тонко, насколько чувствительно сердце Гуру Вайшнавов. Они могут понять все, и никто не может их одурачить.
никакая ложная информация, она не может ввести их в заблуждение. И вот если я могу найти подлинного севака, слугу Гаупад Падме, тот, кто его, он обретет полное мое почтение и уважение. Говинда, он пришел к Махапрабху, чтобы служить Махапрабху по указанию Ишварпурипада. Ишварпурипад перед тем, как оставить свое тело, он уже сказал нам, что когда я оставлю тело, иди к Шри Кришне Чайтанье и служи ему. И вот он в соответствии с этим указанием пришел служить Махапрабху, но Махапрабху, он выразил сомнение внешнее, что как я могу позволить служить мне, поскольку ты служил моему Гуру Пад Падме. А слуга Гуру Пад Падме, он должен быть уважаемым, как я могу принимать служение от тебя. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: о Прабху, указание Гурудева нужно уделять приоритет. То есть сначала следует тому, что сказал Гурудев. Если Гурудев сказал, что после того, как он оставит тело, что его севак должен идти служить тебе, то это его указание, и нужно принять его. И поэтому можешь принять его, и нет в этом проблемы. Но суть в том, что настроение служения, но настроение Говинды, оно уникально, он всегда занят. Он всегда заботился о Махапрабху, делал все, что нужно. А если не мог это сделать, то очень беспокоился. И его звали Второй Сачима. Говинду его звали Второй Матерью Махапрабху. Он всегда беспокоился о Махапрабху, о том, как служить ему лучше. И вот Махапрабху однажды, приняв прасад, пошел в Гамхиру и лег отдохнуть. И правило такое было, что Махапрабху каждый день он отдыхал, а Говинда приходил и массировал его стопы. И вот, естественно, когда Махапрабху отдыхал, но сейчас мало кто может представить Каши Мишра. Он был гуру Арисы, царя Арисы Раджи Пратапарудры. Когда царь приходил с Катака, и вот пока он находился здесь каждый день, он нашел дом Гуру Пад Падме. But Prabhu is there in the gate, he cannot go.
Govinda requesting Prabhu, 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 what happened? You just give me sight so that I can go inside to massage your leg. Mahaprabhu speaking, now my body is very tired. И вот он попросил Махапрабху поднять ноги, чтобы пройти. Он сказал, что я очень устал, не могу, можешь перешагнуть, если хочешь. И вот Махапрабху сказал, что он устал и не может двигаться, и Говинда, что он сделал, когда Махапрабху не продвинулся, чтобы войти и массировать ему стопы, чтобы служить ему, то Говинда, он свою бахирвасу положил, накрыл Махапрабху своей бахирвасой и перешагнул через Махапрабху. Ему это оскорбительно, даже через тень Гуру Вайшнава переступать или наступать оскорбительно, что говорить о том, что вы переступаете через самого Бхагавана. Но, тем не менее, Говинда это сделал и начал массировать стопы Махапрабху, и после этого остался там. Махапрабху открыл глаза, спросил: «Эй, ты сидишь тут, еще сидишь, почему не ешь просад?» Махапрабху спросил его специально, чтобы показать идеализм севы. И он сказал: как выходи так же, как и зашел, как и вот как пришел, так и выходи. Но Говинда не ответил. И вот наша Гурварга, она дает нам такой пример. И вот когда Гурварга объясняет, что когда Говинда заходил туда, там был вопрос служения, поэтому он взял на себя риск и перешагнул через Махапрабху, но когда ему нужно было уходить назад, чтобы принять просад, это был персональный интерес, и поэтому он не стал рисковать, а остался сидеть и ждать, пока Махапрабху сам проснется и уйдет. И вот в Чайтанья-чаритамрите написано, что сева — это мои принципы, если ради севы мне придется попасть в ад, то я готов. И вот смотрите, какое настроение служения. И также настроение служения Джагатананды. И вот Джагатананда, он принес какое-то масло с Бенгала ароматное, чтобы какое-то юридическое. И вот Джагадананда пришел с Бенгала, и Говинде передал бутылку масла большую, чтобы тот использовал это масло для Махапрабху. И вот Джагадананда, и вот Говинда спросил, сказал Махапрабху, что Джагадананда пришел с Бенгала, масло вам принес, хочет, чтобы вы использовали это масло, мазали всем. Да, Махапрабху разгневался, сказал, что это причина, по которой я принял саньясу, чтобы мазаться маслом, и все будут говорить, что я общаюсь с женщинами, что от меня так вкусно пахнет, что я ложный саньяси. И Джагатананда очень опечалился. И вот однажды он подошел к нему, пришел, и тот сказал, что: «Джагатананда, ты принес тут масло из Бенгала очень издалека, но я саньяси, не могу им пользоваться, что же делать? Давай будем использовать это для Джаганатха, чтобы на этом масле подносить эти лампады». И Джагатананда разгневался, сказал, кто сказал, что принес масло, и вот он взял эту бутылку масла и разбил его. И
вот из, все это масло оказалось на веранде. И вот он зашел в комнату и закрылся изнутри. Он так обиделся, поскольку Махапрабху не принял его служение, и Махапрабху стучал, спрашивал Джагдананду, что случилось. И через три дня и вот он сказал, через три дня подошел и сказал: «О, Джагдананда, я хочу принять просад с твоих рук. Я пошел на океан, вернусь голодный и приму просад с твоих рук». И тогда что случилось? Когда Махапрабху ушел, Джагадананда открыл дверь и сказал: «Рамайнанда, идите сюда, Махапрабху придет, будет принимать просад, нужно все приготовить». И вот они начали все готовить, и это называется настроение служения. И вот гуру-сева — это не шутки. Каждый не может совершать гуру-сева. Гуру-сева — это не шутки. Не каждый может совершать гуру-сева. Вчера я говорил о шлоке. И вот я говорил, что подобно тому, как два куска дерева, если тереть друг от друга, если они сухие, то в процессе этого трения огонь, который в форме солнечного света хранится в этом дереве, он явится в форме огня. И вот Бхагаван говорит, Удав, Гурудев, ну и вот Бхагаван что хочет сказать этим примером, что ученики приходят к Гурудеву, если они предадутся лотосным стопам Гуру Падмы. Если ученики предадутся лотосным стопам Садгуру, что более практично, то в этом случае Гурудев может даровать божественное знание своим ученикам. И когда Гурудев говорит Харикатху, здесь говорится, и вот когда ученик слушает с нетрудным вниманием, и тогда возможно, что этот огонь божественного знания загорится. И этот огонь знания загорится сразу же. И в этом случае ученики могут обрести Дивьягьяну и такой путь. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, здесь Видья и Авидья. Это называется Дивьягьяна. Есть Видья и Авидья. Авидья может она может погрузить вас в замешательство, в иллюзию, и Авидья поможет вам понять, что ложное, то есть Авидья. Из-за Авидьи можно ложное принять за истинное. И это функция Майя-деви. Как эта процедура случается?
что обусловленная душа думает, что это мое тело, ум, это все, мое, этот весь мир. Это все объекты моего наслаждения, как они чувствуют, как обусловленная душа, как она это все чувствует. И вот Бхагаван Си Кришна говорит Удаве, то, что мы должны принять такого гуру, который сведущ, который имеет полное знание обо мне. И вот с Парипрашной Бхагаван прежде всего говорит, если кто-то не чувствует сварупу наслаждения. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, что никто не может избежать материального наслаждения, это невозможно. И когда он может понять, что сварупа наслаждения, то есть он, когда поймет суть наслаждения, тогда он автоматически потеряет к нему вкус. И по милости Гурупад Падмы, когда вы поймете сварупу, то есть суть этого материального наслаждения, то тогда вы избавиться от иллюзий, эти обусловленные души, они живут в иллюзиях. И вот Бхагаван говорит, упасито мадатмакам. Мадатмакам мане, who? The heart of Guru Pad Padma. И вот сердце Гуру Пад Падмы. Мадатмакам мин Гурудев, not going to think anything. Гурудев не думает ни о чем, только о Кришне. Садгуру, каков признак Садгуру? И признак Садгуру в том, что Шрила Прабхупад говорит, что все 24 часа в сутки, если вы найдете, что ваш Гурудев, он погружен в севу, когда вы обнаружите, что ваш Гурудев все 24 часа в сутки, он погружен в севу, как Сиддхартха Госвами Махарадж или Гурупад Падма. Внешне мы можем видеть, они вроде ничего не делают, просто повторяют харинам, но они погружены в служение. Как в случае с Шрилой Прабхупадой. И вот Шрила Прабхупада говорит Харикатху, пишет статьи, всегда занят какой-то позитивной деятельностью, нельзя обнаружить никакого свободного времени в жизни Гуру Пад Падмы, когда он отдыхает или на пенсии, тем более нет, такого не бывает. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, что признак Садгуру в том, что все 24 часа вы можете обнаружить, что Гуру Пад Падма занят всем служением. Нет никакого такого праздного времени. He should have experience about me. I mean,
how I am, what is my plan, javanaham yathabhav yudru, yadrupa guna karmaga. All you should have clear about idea about tattva and everything. Madhavigyam, shantam. И вот эти качества Мадхавигьям, Шантам, первое, Мадхавигьям, он должен иметь полное знание обо мне, о Кришне, кто я, каковы мои желания и все остальное. А вот Мадхавигьям Гурум, первое качество Гуру, это полное знание о Кришне. Второе, Шантам, он должен быть умиротворен. Шантам значит peaceful, умиротворенный, спокойный. Только тогда это качество достигается, когда вот такой человек полностью вне материальных наслаждений. Только тогда он может стать по-настоящему счастливым. И поэтому народ так в киртане пишет. Ар кабе нитай чадер коруна хойби. Вишай вашуна мор кабе туччо хойби. Вишай шария кабе шуддо хабе мон. Кабе хам херово сивидна хойби. So he line the first. Ар first point. Ар кабе нитай чадер коруна хойби. When I can enjoy the kripa. И вот когда же я могу обрести милость Нитянанды? Все материальные желания, когда они пройдут, уйдут прочь из моей жизни. И второе, когда материя уйдет прочь из моего сердца. Пытайтесь понять, когда мое сердце станет чистым, и вся материя, все запахи даже этой материи, они уйдут прочь, тогда... Когда же мое сердце полностью очистится, когда он достигнет такой степени чистоты. И после этого говорится, и вот следующее, когда материя уйдет из сердца, наше сердце очистится по милости Нитянанды. И после этого вопрос. Попадание во Вриндаван возникает не до этого, со скверненным сердцем и умом. Если кто-то бродит по Вриндавану, это нельзя сказать, что это нахождение во Вриндаване. Вриндаван — это нечто уникальное. И вот Нарутам Такур, он говорит так. И Шантам значит, Шантам полностью сердце, то есть имеется в виду тот качество Шантам, это полная свобода от материи и ее влияния. Вот в этом стихе говорится, Кришна Бхакта Нишкам, и ну, вот они лишены желания, поэтому умиротворены. И какова причина этому? Желание Анябхилас, Анартхи, беспокойство и ваши эти... Как сказать-то? Excitement. Беспокойство. И вот Кришна Дас Кавираджа Госвами пишет, что преданные Кришна, они лишены, избавились от желаний, поэтому умиротворены.
И вот Бхукти, Мукти, Мукти, Сидхи, Каме, все они Ашанты. То есть, эти, то есть они охвачены духом наслаждения и поэтому беспокойны. Некоторые стремятся к каким-то совершенствам, даже в нашем Гауди обществе. Какие-то глупые люди, они стремятся к каким-то сиддхам. Они не заинтересованы в бхакти, сиддхи, значит. И вот кто-то обретает какие-то совершенства, какое-то могущество обретают, гипнозом обладают и прочими вещами. Вот такие люди обычно стремятся к какой-то дешевой славе, популярности, как во Вриндаване. Можно видеть много людей, говорит Бхагават Катху. Если внимательно послушать, то заметим, что ничего там нет от переливания с пустого в порожнее. Даже ничего толкового вообще там нет, но какие-то люди дурачатся и, ну и одурачены и привлекаются такими спикерами. И вот я давно, лет 15 назад, слышал какой-то... Международный саду. Я такой термин не использую никогда. И вот они говорят, что... Приехал какой-то международный святой читать что-то из Бхагаватам. Тысячи людей пошли слушать, и я тоже решил зайти посмотреть, что происходит. Так, в целях любопытства. И вот и потом, это Махарадж на другую тему переключился, что Ришикеш Махарадж и другие преданные, они хотели меня занять в различных служениях, чтобы я поехал туда и сюда, выяснил, что там происходит, чем занимаются. Ну выяснил, что просто что там происходит, кто что делает, как шпион. Поехать, притвориться своим, ну, чтобы выяснить, что к чему. И вот я ездил. И вот я поехал туда. Я был такой небольшого возраста еще. И я вот находился там. Народу было много там, и вот этот... Вот пришел этот человек в черных очках. Ну, чтобы никто не видел его. Он очень хитер был, и вот вышел на сцену.
И вот начал предлагать молитву Раме. Поскольку он был с другой сампрадай, никакого доступа к Бхагаватам он не имел, он был с Рамананди сампрадай. Они как бы к Бхагаватам отношения вообще никакого не имеют. Но люди глупые, даже этого не могут понять. Они там Рамайну читают, Бхагаватам даже названия не знают. И вот его начал читать Брахмагиту. Я там был полчаса где-то, еле выдержал. Столько глупости. И вот мне это надоело, и я ушел. И таким образом люди одурачиваются. Куда идти, кому следовать, как обрести божественные знания, как слепые люди, они ищут что-то вокруг. И вот Бхагаван говорит, и об учениках Бхагаван говорит, мы должны быть очень терпеливы и умиротворены. And bhukti, mukti, siddhi kami, they are all restless because they have some anavilas, desire. Matter, all matter. Matter, in maybe in fine form, or in, you cannot believe me. Some chitta sadhu there, in Vrindavan here and there, they are matter. Вот есть много таких саду-обманщиков, они полностью материальные, но притворяются духовными. Таких полиция периодически ловит. И вот таким образом материя может находиться в нашем уме в тонком виде. И это тоже опасно. И когда материя внутри моего сердца в тонком виде, это тоже опасно. Как вода в подвешенном. Воду все под микроскопом рассматривать, там много таких взвешенных частиц. Воздух тоже, когда луч солнца входит в нашу комнату, можно видеть, как вот в этом свете множество пыли, только в подвешенном виде. И вот материя также, она находится в нас. Кто-то думает, что он свободен от материи, но эта материя находится внутри нас в тонком виде, в тонкой форме. Кто-то делает вид, что он отреченный, но если присмотреться, то это не так. И вот внешний Бхагаван Шри Кришна говорит, что если мы внешне попытаемся оставить материю, но внутри мы будем думать, и что Бхагаван говорит, Митхачара Саучите. И вот Бхагаван говорит Арджуне. Внешне. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит. То есть, если человек внешне привлекается, притворяется отреченным, но
внутри привязаны к материи, то это просто ложь. Лучше жить как обычный человек и не обманывать других, прикрывая святости. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, те, кто притворяются отреченными на показ, но внутри себя всегда думают о материи, то такие люди — обманщики. И вот ученик должен внимательно подумать, что Гурудев помогает мне. 100% Гурудев помогает мне. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: если Гурудев — татвагьяни, то тогда Гурудев, несомненно, поможет нам оставить материю, если мы готовы оставить эту материю, если у нас нет никакого лицемерия. Если нет лицемерия, то тогда Гурудев может помочь нам избавиться от материи. Авидья. Избавиться от авидья. Гурудев очень способен. Гурудев очень способен. Может избавиться от авидьи, избавить нас от авидьи. Он способен, но готовы ли мы избавиться от этого невежества искренним, или у нас есть какое-то лицемерие, мы хотим что-то оставить себе, и тогда Гурудев не сможет помочь нам, если мы не искренни. И таким образом, если мы поклоняемся Гурудеву всем сердцем, упасана — это слово, значение слова упасана — поклоняться. Но внутреннее значение упо-асана — всегда мы должны находиться рядом с Гурудевом физически или в уме. Упасана значит на санскрите, если разделить эти слова, упа-асана. Упа значит самипе. Мы должны нашу асану всегда спиной не должны Гурудева стоять лицом. Вот первое Махараджи, что сказал, в чем смысл? Вот с этих слов я начал. То есть вы стоите спиной к Гурудеву, это значит, что вы пытаетесь избежать его. И тогда Гурудев тоже может обмануть вас. Упасана значит упа. Перед, как упокул, сидеть на берегу Ганги, к ней лицом. Упасана значит всегда находиться перед Гурудевом, когда Гурудев ушел с этого мира. И вы никогда, вы пообещаете, что вы не заинтересованы в том, чтобы встречаться с Майей. Если вы пообещаете, что не будете никогда встречаться с Майей, смотреть в ее сторону, это значит, что вы привлечены Гуру. Гуру.
это все, что связано с Гуру, все предметы в служении Ему. Куда бы вы ни смотрели, если у вас есть такой даршан Гуру, то вы будете видеть все в служении Бхагавану. А если нет, то лагу в служении Майи. Evam Guru Pasani Gavata, Vidya Kuthareno. Kuthar means actually kata. Evam Guru Pasani Gavata, Vidya Kuthareno, Sitheno Dhira. You can take the kata of knowledge, gyan. И вот так с помощью меча знания можно срубить. Вырубить невежество под корень. Вот острым мечом знания мы можем так избавиться от авидья, как Парашурама, вот он с мечом. Так олицетворяет собой того, кто избавляет нас от невежества. И вот дхира, те, кто стремятся к своей цели, шаг за шагом, так стабильно идут к своей цели. И поэтому в Упанишадах говорится: вставайте, что вы спите. И вот в Упанишадах говорится вот такие слова. Глупцы, чего вы спите? Вставайте. То, когда вы не думаете о вашем вечном благе, вставайте, развивайте ваше сознание, что же вы спите. Это ваш долг, вставайте. Это сокровище, духовное знание ждет вас. Почему же вы не берете его? И такое благословение хочет прийти к нам. Оно ждет нас. Почему мы не принимаем его? И знаете, это наверняка. Что это материальная жизнь? Вы живете материальной жизнью. Если вы живете материальной жизнью, будьте осторожны. Вы движетесь, идете по лезвию ножа. Буквально. Jagrata Prabhupada Varana Nibodhata
И вот хотя мы находимся в таком опасном состоянии, но все равно не понимаем опасность материальных наслаждений из-за своей пассивности и лености. Мы вроде слушаем харикатху, но некоторым в одно ухо входит, в другое выходит. И вот таким образом, смотрите. Здесь говорится, что если кто-то хочет получить осознание, он должен быть очень внимателен и осторожен, он должен обрести милость Шигуру, и с помощью этой милости и знания, которое олицетворяет собой этот меч, с помощью этого острова меча знания вырубить невежество. И как же вырубить это невежество? Очень просто. Авидья будет уничтожена знанием, как тьма. Она рассеивается, если появляется свет. Например, какая-то комната 50 лет была закрыта, или 100 лет даже, то она... там темнота, но когда кто-то, те же археологи, приходят, находят эту закрытую комнату, входят в нее с каким-то светом, этот свет, он освещает все. Даже если эта комната была во тьме сотни лет, даже если там сотни лет там была эта тьма, но это не значит, что 100 лет нужно еще, чтобы ее осветить. Нет. Свет, когда кто-то приносит свет, эта комната сразу же освещается. Не нужно ждать 100 лет. Это происходит моментально. И наша глупость в том, что мы не можем понять такие простые вещи. Вот Бхагаван говорит, когда мы по-настоящему заинтересованы в том, чтобы обрести гьяну, причем бы вам не взять этот меч знания у Гурудевы и вырубить ваше невежество. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, Апраматья значит осторожно. И вот в Бхагаватам Махапуране можно найти в первой части. И вот там в Наймишаране все эти риши спрашивают Судхадева Госвами, почему Парикшит Махарадж не убил Кали? Вы должны запомнить этот вопрос. Или Шанака Адириши спрашивает Судхадева Госвами, почему Парикшит Махарадж не убил Кали? Он мог запросто убить этого Кали. Почему же он не убил, если мог? Из-за этого столько проблем сейчас Кали причиняет нам. А вот убил бы он его раньше, жить бы проще было. В самом начале Кали-юги, 5500 лет назад, мог бы убить его и все. И Судхадева Госвами отвечает. Очень прекрасный ответ. Судхадева Госвами говорит, Парикшит Махарадж думал, что,
что толку убивать Кали, поскольку так или иначе Кали, у него какие-то качества и достоинства. Если бы просто убить, то что я получу? Калер доша нидхе раджан асти ек махан гунаха киттанат ева кишнасья мукта санга парам бхаджа. Хорошо, Кали, он источник всего зла. Но есть одно достоинство, и мы тоже должны учитывать, что это, что в Кали-югу, только повторяя и воспевая святые имена, совершая харинам санкиртан, нужно пересечь вот весь этот материальный океан страданий и всего остального. Кто будет делать яги, аскезы и все остальное. В Кали-югу очень просто совершать баджан, достаточно воспевать святые имена. Люди слабы в Кали-югу и ничего не могут больше делать. И вот Шукадев Госвами говорил, он отвечает, Шукадев Госвами, точнее, отвечал Шанакади Риши. Что хорошо, Кали – источник всего зла. Парикшит Махарадж знал это, но он не думал, что Кали нужно убить, так или иначе. У него есть также большое достоинство. Вот Махарадж говорит на санскрите о нем. Только воспевая святые имена, повторяя харинам, мы можем пересечь этот материальный океан. И это причина, по которой Парикшит Махарадж не думал, что нужно убить Кали. И Парикшит Махарадж также. Думал в то время, что те, кто не осторожны, и вот мысль Парикшит Махараджа был. Те, кто не осторожны, не бдительны, они все равно в какие-то проблемы попадут, так или иначе, убить Кали или нет, это не так влияет. Больше. Поскольку бдительные люди под его влияние не попадут, что можно видеть. И также много преданных не бдительны, и поэтому попадают в ловушки Кали. И вот я могу посмотреть на кого-то и увидеть, насколько он бдителен. Если посмотрю на Вамана Госвами Махараджа, я сразу вижу, что он великая личность. Если посмотрю на Бхарати Махараджа, я увижу, что они, кто они есть. И вот alertness – это не шутки, это очень важно. И от искренности. И вот такая бдительность может помочь нам развить настроение служения. И вот она может, бдительность, помочь нам помнить, что жизнь не вечна. И это была идея Парикшит Махараджа. Если я убью Кали или нет, что толку? Так или иначе, они
блага не получат, а те бдительные и осторожные люди, они и так и получат благо и будут избегать, естественно, ловушек Кали. И вот Сутадев Госвами говорит, что те, кто бдительны, ни в какие проблемы не попадут. И Парикшит Махарадж решил Кали не убивать. И, с другой стороны, молитвами Кали замолился ему, и Парикшит Махарадж разрешил ему жить в тех местах, которые он попросил. Еще наказал, что в других не беспокоил, в других местах никого не беспокоил. И вот четыре места. Ему дали, и вот он начал жаловаться, что мало ему места, хочет еще где-нибудь взять и дать еще какое-то место. И Парикшит Махарадж сказал, хорошо. Его. И вот Шрила Бхакти Валабхатита Госвами Махарадж часто говорил, что Кали создает проблемы, что в Кали-югу. Что в Кали-югу Кали не может нас просто отстать от нас, постоянные проблемы какие-то будут создавать, даже саду будут друг с друг другом бороться. Кали постоянно будет мешать нам. И вот те саду в храмах, они, Кали их, ну, как сказать, мешает жить, в общем. Постоянно какие-то ловушки, сложности, прочие опасности преподносит. Как Британия, страна небольшая, но влиятельная. Самраджабов на английском, на этом, на индийском. Что они вроде страна небольшая, мировые империи были. То есть управляли всем миром. Индия даже. Британская Индия долгое время была. И вот Кали таким образом, день за днем, постоянно достигает своих целей, сталкивает лбами друг друга. Same thing. Kali, why happy? Kali is the nature of Kali. If Kali find that all sadhu fighting with each other, and Kali, now I'm successful, very good. Like one ghost. Ghost going to enter your body. Как привидения, бесы могут войти в кого-то и захватить буквально человека, сделать бесноватым. И человек делает то, что но они уже не контролируют себя, только этот бес управляет им. He was in the form of man or woman, who can say?
И вот это привидение уже в каком... Какого пола сложно сказать. Как вот Дандукари, Гокарна пришел с мест паломничества в свою деревню. И когда он вошел в свою деревню, ночь уже была, уже все спали. И он подумал, что хорошо, пускай спят с утра, все сделает. Он решил прийти в свой старый дом, там прибрался, решил совершать баджан там, и вот начал. Но тем временем, 10-11 вечера, полночь наступила, и вот какой-то бес пришел, начал возмущаться, что ты делаешь. Это его, брат был в прошлом. Дандукари. Гокарна спросил, кто ты, что тут мешаешь? Он не ответил. Начал принимать различные формы, слона, лошади или белые змеи. То Вриндаване один из моих братьев, боги, к нему. Каждую ночь приходила змея белая. Когда он совершал баджан, в итоге обнаружилось, что какой-то человек был убит там, и вот в форме белой змеи приходил. И вот в итоге, когда Гокарна спросил, кто ты, говори, он начал плакать и сказать, я твой брат, Дандукари. И вот он произнес такие слова, что я твой брат. Помнишь меня? Меня зовут Дандукари. Ты Дандукари? Да. И по своей карме, по плодам своей кармы, они были настолько плохи, что я вот оказался, родился в форме беса привидения. И по моей вине, я вот из-за своих действий попал в такую ситуацию. Что же делать? Пожалуйста, спаси меня. Он плакал и молился Гокарне. Пожалуйста, спаси меня. И вот в итоге Гокарна начал говорить Бхагаватам. И привидение может быть в таком тонкой форме. И таким образом я говорил о состоянии учеников и гуру. Гуру может помочь нам избавиться от нашего видео невежества. Но если мы искренне, я уже говорил, Паришит Махарадж подумал, что вот те, кто не искренне, они все равно со всякими проблемами встречаются и не могут совершать баджан. Хотя многие носят тилаки, мукандхи мало, но толку мало, поскольку в соответствии с шастрами они недостаточно искренне. Я знаю, кто-то может быть недоволен мной из-за того, что говорю правду, что мало искренних душ.
искренние души во всем Гауди Вайшнавском обществе, если посмотреть, сколько искренних душ, мы не можем найти таких искренних душ, как Шрила Бхакти Виган Бхарати Махарадж, или как Шрила Бхакти Валапатита Госвами Махарадж, или таких преданных, как Бхакти Веданта Вамана Госвами Махарадж. They have to come and take birth again and again and again and again, cycle world. И вот поэтому они вынуждены рождаться и умирать снова и снова. И вот Парикшит Махарадж с такими мыслями, что если люди не искренние, то что толку? А если искренние, то они бдительны и в ловушки Кали не попадут. И вот если вы искренне, я говорил 3 дня назад, если Гурудев и ученик, они достойны друг друга. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, связь между Садгуру и Садшиши становится очень эффективной и успешной. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, когда достойный ученик находит такого достойного гуру, то тогда их связь, духовная связь, она проявляется все сильнее и сильнее. И ученик, он чувствует духовную заботу, духовное влияние Гурудева, и это такая правильная совершенная комбинация, она может осветить всю публику подобно молнии. Но не все могут прийти в такую идеальную гармонию с Гурудевом в этой жизни или в следующей, у кого-то занимает больше времени, у кого-то меньше. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, о Удав, если вы искренне, и ваш Гуру Таттва Вид, если вы хотите обрести милость от подлинного Гуру, то тогда это очень просто для Гурудева, чтобы вложить знания внутри вас, авидья, и таким образом и вы избавитесь от авидьи, от невежества. Но после авидьи, после того, как авидья ушла, авидья тоже может проблемы вам доставить. Если авидья вас в негативную сторону вводит, то видья, наоборот, в позитивную, тоже плохо. Особенно если слишком однобокость. Какая-то эта видья может изменить ваше настроение. И вот здесь говорится, Бхагаван говорит, как в случае с бывшим Васудевом, он был столь учен, или бывшим Видьявинодом, он был очень талантлив, гениален, можно сказать, очень талантлив, необычен, бесподобен. Но что случилось? Их знания, оно, видя, оно увело их от Гурупадпадмы, что они увидели в жизни Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханта Сарасвати. Почему они ушли от Шрилы Прабхупады? Если вы пытаетесь избавиться от невежества с помощью знания,
то нужно быть очень бдительными, иначе это авидья невежества, оно опять может прийти. Как в случае с Васудевами и Видьявинодом, они были очень знающими, образованными людьми. С помощью Гурудева я мы вот развиваем свою жизнь баджани, но из-за если мы возгордимся этим, то это опять может стать причиной нашего падения. Все исходит от Гурупад Падме. У нас нету каких-то особых заслуг. И вот сейчас я хочу закончить, завтра я продолжу, что избавиться от авидьи, от невежества, это не так сложно, если вы искренне, то вид Гуру может избавить вас от этого невежества, но избавиться от знания нужно протянуть вашу руку, Гурудев, он может помочь нам и таким образом. Вот, чтобы избавиться от авидьи, Гурудев может помочь нам без наших личных усилий, можно сказать. Мы только должны предаться Гурудеву и попросить избавить нас от невежества. Но что избавиться от знания, Гурудев тоже может помочь нам, естественно, но мы должны сами просить об этом. Должны понять это и принять и просить. Если мы не готовы, то Гурудев ничто не сможет сделать, поскольку дживатма, душа, она имеет свою независимость, свободную волю, поэтому заставлять кого-то нельзя. Гурудев может спасти нас, если мы преданы ему и хотим быть спасены. И вот завтра я расскажу о том, как Садгуру может помочь своему ученику избавиться от авиди и види. И какова процедура, какова особые усилия должны быть на пути ученика. И вот с чего я начал. Нахам иджа праджатибхям. Нахам иджа праджатибхям тапасо упасаминава. Тушьям сарвабхутатма гуру шушо саяята. Нахам иджа праджатибхям тапасо упасаминава. Тушьям сарвабхутатма гуру шушо саяята. Ванча калпатурвазе кипасиндибхабхи патитанам паванабхи вишнабхи намун. Kirtan, you do. Thank you.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Gol Hari Gol Hari Gol Hari Gol Hari Gol Hari Gol Gol Hari Gol Gol Hari Gol Nitai